На границе Сербии и Венгрии накаляется обстановка. Накануне сотни мигрантов попытались прорваться через пограничные кордоны. Беженцы закидывали венгерских полицейских камнями и палками, а те в ответ применили водометы. К месту столкновения направили подкрепление, в том числе отряды спецназа. Чтобы сдержать толпу, пытавшуюся раскачать или проломить заграждение, стражи порядка распыляли слезоточивый газ. В результате стычек пострадали 20 полицейских, задержаны 29 беженцев. На этой неделе несколько тысяч выходцев из стран Африки и Ближнего Востока разбили лагерь на нейтральной территории на КПП Харгош-Рёске. По данным венгерской полиции, на границе скопилось около 5000 беженцев. Они стремятся попасть на территорию Австрии, Германии или Швеции. Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач назвал мигрантов агрессорами и заявил, что они были вооружены трубами и палками. Это не мирные люди, которые просто хотят перейти через границу. Они ведут себя агрессивно, останавливают поезда, и не только в Венгрии, но и по всей Европе. Я не верю, что беженцы могут устраивать вооруженные нападения на полицейских, чтобы пробраться на территорию нашей страны.